Друзья, всем привет, с вами Никита Дилей, и мы начинаем карьеру в F1 2020. Формула 1 стартует на канале. Перед выходом этой замечательной игрулечки было у нас несколько заездов, штук 5, наверное, где-то на стримах. Не знаю, тренировочных, не тренировочных, но, в общем-то, все нормально. Короче говоря, пару часов назад релизнулась сия замечательная игрулечка, и поэтому мы стартуем здесь карьеру, которая, я надеюсь, пройдет до конца. И, в общем-то, погнали. Сразу же стоит сказать несколько вещей главных. Сегодняшний ролик будет посвящен настройкам нашей создания команды. Мы поедем в режиме «Моя команда». Настроечки и все такое прочее. Все гонки будут проходить на стримах. О них предварительно я буду говорить. Плюс на стримах, скорее всего, будем кататься с гоночным инженером. А если у нас получится подключить телеметрию, то будет вообще круто. А на видеороликах будет всякий там менеджмент, настроечки и прочая фигня. Ну и, само собой, коротко о квалификациях и свободных заездах. Поедем мы в режиме «Моя команда» и, соответственно, создаем новую команду. Здесь появился новый классный режим, и, разумеется, я не смог пройти мимо него стороной. Добавляется 11-я команда в пелотон, и на старте будет 22 пилота, что, как по мне, очень круто. В общем-то, погнали. И весь прикол в том, что мы будем выступать одновременно и в роли пилота, и в роли менеджера. Это очень круто. Такая, знаете, смесь старых F1 и Motorsport менеджера. Хорошие игрушки, кстати, были. Соответственно, начнем с персонажа. Персонажа я уже пресоздал. Вот так вот выглядит челик. Тут не очень большой, скажем так, вариант. Не очень много вариантов было. Господи, я что-то пропускаю, и я не понимаю, что от меня хотят. Можно как-нибудь назад выйти, пожалуйста? Видимо, нельзя. Короче, челика мы там создали уже, и хрен с ним, будет такой. Введите название команды. Наша команда будет называться точно так же, как называется наша ВТК в ЕТС-ке и ВТС-ке. Точно так же, как называется наша бригада в фарминг-симуляторе. Пьяные бурундучки, то бишь Drunken Chipmunks. Наверное, давайте F1 Team. Нет, нельзя. Значит, просто F1 будет. Drunken Chipmunks F1. По-моему, замечательное название. Надо было поменять субтитры на русский язык. В общем-то, меня это не сильно смущает, вас, наверное, смущает. В общем-то, сейчас нам нужно выбрать своего титульного спонсора. Самого главного, который будет платить нам бабло. Соответственно, тут их много. Пожалуйста, товарищ, заткнись. Я не хочу, чтобы ты им что-то говорил. Пожалуйста, заткнись. Соответственно, разные цели, разные спонсоры. Тут их не так много. В общем-то, надо выбрать себе цель. И, соответственно, столько денег мы получим. Завершить полный сезон, занять как минимум 10 место в Кубке Конструкторов. 10 из 11. То есть, по сути дела, обойти Вильямс. Это, кстати, возможно, мне кажется. Заработать 15 очков в Кубке Конструкторов, это я не знаю. Войти в десятку лучших в одном сезоне 2 раза на команду. То есть, 2 раза заехать в очки. Причем мне или моему напарнику. 4600, это неплохо. Бонус цели 4,02 миллиона, я не знаю, что такое. Видимо, какие-то цели будут добавляться в качестве бонусов. За 8-е место в Кубке Конструкторов нам 4700 предлагают. На 7-е место я не рассчитываю, это прям точно в первом сезоне. 25 очков за сезон, что-то я, честно говоря, тоже в этом сомневаюсь. А вот 5 раз заехать в очки, мне кажется, вполне возможно. Тем более, скажем так, есть трассы, на которых я себя чувствую более-менее комфортно. А если нет, то посмотрим, что будет, если мы этого не сделаем. Может быть, как раз бонус цели, и нам не выплатят тогда эти 4,25 миллиона, а за заключение нам выплатят. Давайте вот этот возьмем контракт, войти в десятку лучших в одном сезоне 5 раз на команду. То есть 5 раз заехать в очки. Мне кажется, это возможно. Причем это не только мне, это еще и мы, ну, на моего напарника тоже распространяется. Отлично. Сейчас нужно заказать себе двигатель. Соответственно, есть 4 поставщика двигателей: Honda, Renault, Mercedes и Ferrari. Как и, соответственно, в реальной F1, у них есть характеристики. И на данный момент, на момент релиза игры, хотя уже прошла первая гонка сезона, разрабы считают, что двигатель Ferrari самый топовый. И по характеристикам на 5 сраных пунктов, на 5% опережает двигатель Mercedes. Серьезно, я молчу про то, что на релизе не переделали Mercedes'ом ливрею, как и многим другим. Только Williams переделали. У меня почему-то у Williams'а здесь новая ливрея, а у Mercedes'а старые. Ну ладно, мы это опустим, но скорее всего через пару дней будет патч, и может быть это дело пофиксят. В любом случае, я как болельщик Red Bull'а и вообще японского автопрома в целом, а также жадный человек, возьму двигатель Honda, который не намного хуже, чем Renault, намного дешевле.
соответственно, берем за 2300. И, что самое главное, нам нужно нанять себе второго пилота. На данный момент нам доступны пилоты из прошлогодней Формулы 2. Правда, кроме Николаса Латифи. И то, и, да, не все здесь пилоты будут. Но Латифи по понятным причинам отсутствует, потому что он и так перешел в F1. У каждого пилота есть свои какие-то параметры очень интересные. Мы, наверное, на них сейчас внимание сильно обращать не будем, потому что мы вряд ли будем бороться за очки. И даже если мы возьмем самого дорогого пилота, самого классного, у него вряд ли на нашей машине будут шансы побороться за очки. Хотя хрен его знает. Тут, конечно же, я долго думал между тем, кого взять. И между двумя вариантами я колебался. В первую очередь, конечно же, это Мик Шумахер, который не очень хорошо провел прошлый сезон в Формуле 2. И этот сезон он, кстати, тоже не очень хорошо стартанул. Вообще, я очень хотел, чтобы моим напарником был Роберт Шварцман. Не знаю, болею я за этого паренька, какую-то симпатию он у меня вызывает. Вот, но из представленных здесь я думал насчет Мика Шумахера, и потом подумал, что все-таки нет, не стоит оно того. Я хочу Рангхуна Танга, но его нету. Почему мне не дают Рангхуна Танга? Я смотрел ролики на ютубе, там давали его. Эйткина слишком жирно брать. Блин, что тогда, Шумахера брать, что ли? Значит, ребята, с нами поедет Мик Шумахер. Что поделать? Я, честно говоря, этого очень не хотел. Можно Ализи-младшего взять. Тоже, кстати, интересный парнишка. Вот этих двух я вообще не знаю. Я за Формулой 2 очень так, знаете, слежу. Вот Айткин попадался мне где-то. Джан Шоу попадался. Япошка не попадался. Вот, честно говоря, Ализи и Мик Шумахер — те люди, которые интересные. Ладно, давайте тогда возьмем Ализи, потому что что-то мне подсказывает, что на ютубе все карьеры будут брать себе в напарники Шумахера. Я хотел Рангхуна Танга, честно, потому что в пьяной бурундучке этот чертяга, в хорошем смысле этого слова, вписался бы прям вот идеально. Но мы берем, в общем-то, молодого француза. Ну и, в общем-то, дают нам подтвердить настройки, что мы, собственно, и делаем. Так, нам дают обратно выбор персонажа. Редактировать. Вот, я кнопочки перепутал. Соответственно, давайте вернемся к персонажу. Тут не очень много всяких рыл представлено, но я, в общем-то, решил, что самый адекватно выглядящий — это вот такой вот парниша. Все остальное вы увидите справа. Выбираем флаг моей любимой страны, потому что флага Беларуси здесь, увы, нету. Выбираем себе какой-нибудь классный шлем. Я не знаю, мне, наверное, вот этот нравится. Возьмем вот этот. Единственное, конечно же, мы будем их перекрашивать. И цвета нашей команды, те, кто давно меня смотрит, знают, что у нас будет все оранжевое, потому что я очень люблю оранжевый. Давайте мы вот этот сделаем черным, а вот эту полоску тоже сделаем оранжевой. Мне кажется, это будет само то. Во, мне нравится такой шлем, вполне себе норм. Жалко, что цвета нельзя сохранить, потому что машину потом придется красить в эти же цвета, и можно будет тупо не попасть. Но, в общем-то, шлем у нас будет такой. Костюм тоже у нас здесь выбирается, различные. Это, кстати, тоже интересная раскрасочка, посвященная 70-летию Формулы 1. Здорово. Есть еще вот такие вот шумахеровские костюмы. Блин, они классные. Это за предзаказ. Бонусы. Наверное, мне больше всего нравится именно вот этот костюм, поэтому мы возьмем его и, разумеется, его немножко подкрасим. И опять-таки, ну да, вы поняли. Вот такой вот. Блин, мне на самом деле нравится. Нормально, пойдет. Вполне себе. Симпатичный костюмчик получился. Гоночный комбинезон. Далее у нас идет перчаточки, и здесь тоже большой выбор. Но тут я особо сильно не хочу заострять на этом внимание. Но мне кажется, вообще они должны быть черными. Просто черные перчатки. А цвет спонсора, да. Вот ее можно сделать оранжевой, почему бы и нет. Как-то вот так. Вполне оно будет сочетаться с нашим костюмом. Отлично, мне нравится. Далее поза персонажа. Не знаю, для чего это надо. Это, видимо, интервьюхи и все такое прочее. Вот такую поставим. Мы классный перень. Или вот такой стесняшка. Нет, мы не стесняшки. Да, мы сделаем вот так. Скрещенные руки, мне нравится. И последнее — это эмоции на подиуме. Мы вряд ли в этом сезоне увидим подиумы. Их тут есть всего три. Юбилейный 70-й сезон. Честно говоря, похоже на празднование Феттеля. Его мы тоже, кстати, вряд ли увидим на подиуме. Ну и ладно. Давайте вот такой вот оставим. Она мне больше всего нравится. Да, пойдет. Кастомизировать, видимо, это все дело нельзя. Ну и ладно. В общем-то, с этим мы разобрались. Персонаж, выбираем его, и вполне нормально. Далее у нас выбор дизайна машинки, и сейчас нам нужно выбрать ливрею. Черт, я ее не выбрал. Я опять напутал кнопки. Выбираем дизайн. Редактировать, да. Соответственно, ливреек здесь много. Есть много всяких классных, но и нельзя цвета менять в них. Вот в чем прикол.
шумахеровские вот эти ливрейки. Мне вот это вот, если бы оранжевая вот такая вот была, она, мне кажется, вообще была бы наикрутейшей ливрейкой. Но придется выбирать из того, чего дают. Разумеется, цвета у нас будут черно-оранжевые, как и везде. Но надо сделать так, чтобы мы не были похожи на Макларен. Потому что Макларен тоже падла оранжевый. Не сильно здесь большой выбор, я бы сказал. Но вот это вот мне нравится. Такая, знаете, реношная, но будет оранжевая. Знаете, вполне нормальная. Да, пожалуй, знаете, я вот пощелкал, мы, пожалуй, ее и оставим. Единственное, конечно же, цвет. Цвет у нас будет машинки. Будем как морковки. Во. Вот такая вот у нас красивейшая машинка будет. Она мне, кстати, нравится. Трафареты спонсоров. Трафареты спонсоров нам пока недоступны. Это, кстати, все можно будет дело менять. Если вы напишите в комментариях, что фу, какое-то говно получилось, а не машина, то мы поменяем. Но мне, честно говоря, вот это вот дело нравится. Далее выбор значка команды. Это тоже все очень интересно. И редактируем. Тут, увы, вариантов немного. Самому нарисовать ни хрена не дадут. Давайте начнем с эмблемы. Не знаю даже, что и выбрать. Если бы было что-нибудь похожее на буковку D, это было бы идеально. Но здесь такого нету. Если есть буква Q, буква A, вот это похоже на букву D, правда? Маленькая такая. Мне кажется, было бы идеально. Или вот этот значок мне тоже, в принципе, нравится. По большому счету. Скорее всего, конечно, потом появятся какие-то моды на все эти значки кастомизации и будет что-нибудь круто. Но на данный момент, с учетом того, что игруля вышла пару часов назад, пока что об этом мечтать не приходится. Ладно, давайте, наверное, пока возьмем такой. Можно выбрать какой-то стиль типа теснения, что ли. Не знаю даже, что мне больше всего нравится. Да, знаете, простота – залог успеха. Хотя, может быть, другие значки покруче выглядят. Да, вот эти значки. Мне вот этот еще нравится, знаете ли. Давайте вот такой оставим, почему бы и нет. Только единственное, конечно, надо перекрасить. Я не знаю, как тут быть с нашим черным и оранжевым. В принципе, так-то смотрится нормально. Знаете, вот это мне нравится. Единственное, конечно же, цвет фона надо поменять и фон выбрать какой-нибудь другой. Во-первых, давайте вот такую штуку сделаем. Мне это нравится точно, прям определенно. Хотя толку нету. Даже не знаю, что по фону. Все, знаете, настолько примитивно. Вроде и кастомизируется хорошо, а вроде и примитивно. Блин, было бы классно, знаете что? Покрасить, вот взять вот такую штуку и покрасить полоски в разный цвет. А может быть и можно? Нет, нельзя. Правую в черный, а левую в оранжевый. Было бы классно. Но нет, такое дерьмо не сработает. На злобу дня можно в форме коронавируса сделать. Что, вполне симпатично смотрится. Ну ладно, я не буду. Можно без фото. Кстати, давайте без фона. Хрен с ним. Вот такой вот логотип будет у команды. Пока что. Если что, пишите в комментариях. Если вам что-то понравилось, то пишите. Я подумаю. Соответственно, вот эту вот эмблему мы ставим как эмблему команды. Ну и цвета команды выбрать. Это будет влиять на то, как будет раскрашен наш офис, моторхомы и все остальное. Здесь у нас, разумеется, все просто. Здесь у нас оранжевый и черный. Вот жалко, что нету пресетов. Тут нельзя сохранять пресеты цветов, потому что я не попадаю в одинаковое весь. Я вроде ставлю оранжевый, а он везде разный. Я вот просто еще, знаете, что думаю? Надо ли нам две полосочки делать оранжевые? Давайте вот этот второй цвет у нас будет черный, а третий будет белый. Опускай. Или нет? Нет, не будет он белый. Он у нас тоже будет черный. Два черных и оранжевый. Вполне нормально. Мне нравится. А, скопировать цвета ливреи есть кнопочка. Ё-моё. Во. Все. Тут вопрос решается быстро. Это здорово. А ну-ка посмотрим. Персонаж. Может быть, тоже есть такая кнопочка? Смена цвета? Нет, здесь такого нет, увы. Ну и ладно. Костюмы нормальные. Мне нравится. Вполне себе достойно смотрится. Все, вроде как первую кастомизацию мы закончили, можем двигаться дальше. Дальше, друзья, мы выбираем продолжительность сезона. Здесь появилась возможность ехать не полный сезон, 10 гонок, 16 гонок или 22, полный сезон. Разумеется, сезон будет не такой, как в реальной жизни, а такой, как был запланирован в реальной жизни, если бы не... Ну, вы поняли. Соответственно, когда анонсировали то, что в карьере можно будет ехать не весь сезон, я даже обрадовался. Следовательно, можно выкинуть какой-нибудь Монако, которое я боюсь, Венгрию, которую я не люблю, Сингапур какой-нибудь, там я не знаю. Правда, больше мне в голову ничего не приходит, что можно выкинуть. Но потом я решил, что мы поедем полный сезон, 22 гонки. И да, мы будем страдать в Монако, нам будет плохо. Я не знаю, что из этого выйдет, это сложнейшая трасса. Будем ехать в прямом эфире, через 7 этапов нас ждет Монако. Я не знаю, на что там можно надеяться. Самое тяжелое это будет доехать до финиша. 78 кругов Монако, это действительно очень больно. Есть трассы, в которых можно будет побороться за очки нормально, типа той же Австрии, Бельгии, Италии,
В Японии я вроде как не самый плохо катался. В общем-то, все эти трассы мы посмотрим. Новые трассы в календаре тоже появились. Это Вьетнам. Абсолютно новая трасса, построенная в городе Ханой, прям в городе. Там тоже стены, я на ней уже покатался чуть-чуть, пару кругов. Посмотрел, будет интересно. Это прям точно. Третий этап, ждем с нетерпением. Занфорд надо будет тренировать, конечно, без этого никуда, потому что в Ассету Корсу пару кругов ты там накуролесил в свое время, и все. На этом Занфорд у меня заканчивается. Плюс здесь он изменен. Его же тоже переделывали под Формулу-1, так что все будет сложно. Но, в общем-то, дело не в этом. Выбираем 22 гонки и так и поедем. Далее у нас есть выбор стиля гонки. Это я, в принципе, все понял. Короче говоря, нам предлагают настроечки, но мы будем выставлять все сами. Соответственно, квалификация у нас будет полная, 3 сегмента, все как надо. Протяженность гонки будет 100%, то есть все как по фэншую, все как надо. Прогревочный круг, вроде как, он мешает жить. Типа, на прогревочном круге ты не прогреваешь свои шины и из-за этого херово стартуешь. Но прогревочный круг — это по фэншую, поэтому мы, в общем-то, будем ездить с прогревочным кругом. И если мы будем всегда всирать старт, значит, такова судьба. Если меня сильно начнет бомбить по этому поводу, то мы это дело уберем в любой момент, это не проблема. Уровень компьютерных пилотов на старте карьеры я ставлю 90%. Я думаю, на недомашине, на куче трасс, на которых я очень давно не ездил, в принципе, у меня будет хватать боли. Плюс еще здесь физика поменялась и все остальное. Короче, непривычно будет. Если вдруг будет очень легко, внезапно такое окажется, дерьмо, что будет очень легко, мы сложность повысим, это тоже не проблема. Далее параметры игры. Флешбеки, друзья, я оставляю. И будет правило такое, у меня лично правило, что если боты совсем охреневшие и будут выносить меня по, скажем так, по их вине, то у меня будет возможность воспользоваться флешбеком. Если же я допускаю сам ошибку какую-то, не знаю, сам кого-то вынес, промахнулся с поворотом, развернуло, бла-бла-бла, то у меня есть 3 флешбека на одну гонку. Поверьте, в Монако можно до финиша с 3 флешбеками не доехать. Короче, я их оставляю, но будем держаться правила 3 флешбека на гонку. Если я в течение гонки использовал меньше флешбеков, например, 1, то 2, которые остались, переносятся на следующий этап. В общем-то, вот такое правило я для себя решил. Правило закрытого парка мы оставляем, повреждения мы ставим полное, или давайте симуляцию поставим для полного хардкора. Машину безопасности мы оставляем, правила флаги мы, разумеется, оставляем, строгость к срезанию углов мы ставим обычное, потому что в реальной F1 за срезание углов, если ты не получаешь при этом явного преимущества, тебя никто не трогает. Гонка начинается вручную, температура шин, наверное, мы пока что оставим только поверхность, потому что, как показала практика, я не умею контролировать температуру резины. Я, в общем-то, тупо не смогу этого делать. У меня будут большие проблемы. И далее по помощи. Помощь в торможении мы вырубаем нахер. АБС мы оставляем, потому что без АБС, простите, я тоже торможение не чувствую. В общем-то, оно мне понадобится. Антипробуксовочная система. Есть тут 3 варианта, средний и полный. Поставим пока что средний. Если все будет хорошо идти, потом отключим. Динамическую траекторию в поворотах я тоже оставляю. Трассы у меня незнакомые. Плюс ехать концентрированно полной дистанции, не знаю, мне тяжело. Я объясняю это тем, что цель у меня не задротить эту сраную формулу, а получить удовольствие и провести красивые гонки. Коробка передач мы ставим механическую, ну и рекомендуемую, просто чтобы он мне показывал рекомендуемую передачу. Помощь на выезде, на въезде с пидстопа мы выключаем. Помощь с SRE, то есть ERS. Система рекуперации энергии, то бишь, ну ERS, в общем-то, да. Мы все это выключаем. Помощь с управлением топливом мы все выключаем. Короче, будем максимум стараться контролировать машину, насколько это возможно. Думаю, все должно быть нормально. Ну и что ж тогда, начинаем сессию. И для начала мы начинаем все это дело с интервью. И этот товарищ очень похож на Бакстона. Наверное, это он и есть. В общем-то, здесь, да, будет общение с прессой, которое будет влиять на настроение всяких различных отделов. Да, это Бакстон. И вроде как его даже озвучивал сам Бакстон здесь. Прикольно, слушайте. Ребята, извините, конечно, что это субтитры я вам не поставил переведенные, если это, конечно, кому-то интересно. Но если вкратце, то этот челик говорит о том, что в бой вступает новая команда. Перечислил пару команд.
команд, которые появлялись до этого. И также он выделяет то, что будет довольно-таки редкая ситуация, когда менеджер команды будет сам пилотировать эту машину. На самом деле, да, такое действительно редкость. И у нас начинаются интервьюшки, соответственно, можете их почитать. Насчет интервьюшек, кстати, тоже надо заметить. Они будут повторяться, и здесь есть такое понятие, как правильный ответ. Но я буду отвечать так, как я думаю, и будем из себя тщеславного ублюдка строить. Поэтому простые задачи мне не интересны, мне нужен вызов. Каждой команде нужны два пилота, однако почему вы сделали именно такой выбор? Ответим честно, уговорить хоть кого-то подписать контракт с новой командой очень нелегко. Я рад, что пилот решил рискнуть. Мне кажется, у него из-за этого упадет мораль. У меня бы упало, если бы я услышал о себе такое. Разумеется, никто не хочет оказаться в хвосте турнирной таблиц, какую команду вы планируете обойти? Думаю, в этом сезоне у нас с Вильямс практически равные шансы. Именно так. Хотя по первой гонке Альфа Ромео на трассе тоже выглядел очень плохо, и в принципе можно побороться даже и с Хасами. Но вообще мы сейчас на уровне Вильямса. Давайте ответим, я не знаю, мне очень симпатизирует Альфа Таури, тем более она дико красивая в этом сезоне. Мы ответим про Альфа Таури. Если мы сможем с ними зарубиться, будет очень круто. Как думаете, как этот болид покажет себя на трассе? Мне кажется, хреново. Нету ответа такого. Я думаю, что мы будем упарываться в аэродинамику, и максимальное сцепление при прохождении поворотов это было бы очень хорошо. Хотя правильный ответ, конечно, на симуляторе данные выглядят неплохо, однако истинное положение вещей мы узнаем только... Вообще это да, правильный ответ, нечего пока загадывать о слабых и сильных сторонах нашей машинки. У других команд есть многолетний опыт соревнований как на трассе, так и ее за пределами. Что вы планируете этому противопоставить? Я планирую, что это игра, и как бы... Нам положено всех хорвать, мы для этого и играем. Про силовую установку ничего отвечать смысла не имеет, потому что у нас Honda, и в этой игре она типа дно. Я думаю, что стоит опять-таки ответить неопределенно, будет непросто, после первой гонки мы получим более точные данные. Я еще не ездил на этой машине, я вообще не могу ничего сказать по этому поводу. Зачем они мне тут мозги компостируют? Обгон – ключевой элемент в этом виде спорта. Как вы обеспечили себе уверенность в том, что сможете использовать такую возможность для получения преимуществ в гонке? Боже мой, что за вопросы? Формула-1 – это ведь не одна гонка, это целый сезон, интенсивное испытание под высокой нагрузкой. Позволяют избежать сбоев и штрафов. Глупый ответ. Говорить о каких-то параметрах болида, когда мы его еще не видели, только внешне, мы на нем не катались, не имеет никакого смысла. Даже тестов не было, мы даже в Барселоне еще не были на тестах. Ваше дело износоустойчивости это запомнит. Слушайте, прозвучало как угроза. И наконец, каким своим отделом вы гордитесь больше всего? Да я пока никем не горжусь. Давайте отдел аэродинамики повысим, нет. Давайте отдел силовых установок похвалим Хонду. Хонда в прошлом сезоне проявила себя неплохо, поэтому и ваш отдел силовых установок это запомнит. Опять как угроза прозвучала. Все, снято, замечательно. Я не очень люблю на самом деле все эти интервью. Читать много, думать как ответить. Еще вот это, знаете, когда ты понимаешь, что есть правильный ответ. Ну да ладно. Баланс. Здесь вы можете просмотреть баланс команды. Каждую неделю вы получаете деньги от спонсоров. А также дополнительные бонусы, если достигаете поставленных ими целей. Это ваши ресурсы. Ваша команда может использовать их для улучшения болида. Вы можете потратить их любое время в разделе исследования. Здесь отображается уровень репутации вашей команды. Чем она выше, тем выше доход от спонсоров. Пилоты из высшей лиги, как правило, не заинтересованы в сотрудничестве с командами с невысокой репутацией. Прежде чем вступать с ними в переговор, покажите, чего вы стоите на трассе. Гениально. Соответственно, что у нас здесь есть? Открыть раздел «Путь на подиум». Давайте откроем, раз он так хочет. Суперлицензия. Что-то мне кажется, это карта игрока для мультиплеера. Не будем пока туда смотреть. Отделы. Соответственно, у нас есть отделы. Можем вкладывать сюда ресурсы и бабло. Аэродинамика. В общем-то, здесь все очень интересненько. Надо все читать. 5000 долларов и 20 ресурсов. У нас есть 1000 ресурсов и 1,8 миллиона долларов. Это понятно. Исследования. Тут тоже все понятно, как старые исследования были. Вот, кстати, справа видно сравнение параметров болидов. И мы видим, что мы лучше, чем Вильямс. И это здорово. Феррари, кстати, на третьем месте идет. Но Феррари сейчас не на третьем месте. Увы. Ладно, не будем о грустном. Соответственно, древо исследований. И здесь мы можем прокачивать за ресурсы что-либо. И это очень здорово. На самом деле, хотелось бы в первую очередь упороться именно в износоустойчивость. Потому что с этим у нас могут быть проблемы. Прибытие. Оно даже показывает, когда приедет. Тут классно. Есть календарь. Здорово. Давайте, наверное, мы пока не будем никуда тратить ресурсы. Надо посмотреть, что наша машина на что способна. Да, на сезон доступно 3 двигателя. Если поставим 4-й, то штраф на стартовой решетке. Коробку передач можно ставить новую после 6 гонок. Для свободных заездов у нас есть отдельно.
на гонку и квалификацию будет использоваться... А, и в свободных заездах третьих тоже она используется. В общем-то, одна коробка для пятницы, одна для субботы и воскресенья. Ну и замечательно. Дополнительные спонсоры нам пока что ничего не доступно. Никаких целей. Турнирная таблица, в общем-то, тоже на ваших экранах. У всех пока 0. 11 команд в Кубке конструкторов. Здорово. Итоги сезона. Здесь мы будем смотреть за нашими кубками, таблицами, призы, которых нам, скорее всего, не видать. Но если вдруг мы доедем до подиума, это будет просто праздник. Соответственно, соперничество у нас потом будет. Первый соперник, разумеется, наш напарник. Хотя не знаю, в этой карьере будет он или нет. Но и потом появится. Ну и данные пилота, наша статистика. Вся, вплоть до пройденного расстояния и так далее. В общем-то, сейчас здесь все по нулям, это не очень интересно. Но в конце сезона сюда заглянуть будет очень интересно, я очень люблю статистику. Далее, что у нас есть еще? Болит, посмотреть что-нибудь, обзор. Перейти дальше, февраль, вторник, активность, сообщение. Что у нас здесь? Календарь, демонстрация болида. Блин, здорово. Да, заполнение активностей, всякие прокачки здесь, рекламная кампания и так далее. Блин, здорово. Ребят, с этим всем буду разбираться потом. И 12 числа у нас уикенд Гран-при. 12 марта. Должен был состояться Австралия. Все приехали. И ничего не случилось. За полтора часа до старта свободных заездов сказали, что гонку отменили. Да, так оно и было. Демонстрация болида. Это все интересно. В общем-то, народ... Длинный ролик, наверное, получился. Много моего трендежа. Вот такая вот карьера у нас будет, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы все это дело не пропустить. Буду искренне рад вашей поддержке, особенно на гонках. Постараемся настроить всю телеметрию, чтобы все четенько работало, чтобы мой гоночный инженер Денис смог помогать мне словом и делом. Как в уставе вооруженных сил, да. Помогать товарищу словом и делом. Запах нового болида. Короче, здесь очень много всякой информации. Все очень здорово. Короче, я сейчас занимаюсь тренировками, изучением обратно всех трасс, поведения машины. Будет тяжело, а от этого никуда не денешься. Будем привыкать. Будем привыкать, и будет все очень весело. В общем-то, народ, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.